метафизика – это свободно плавающая форма в определенной математической модели. В природе формы не существует, она свободно плавает, и в один прекрасный момент она встает в тот силуэт, в котором вы в данный момент ее видите. Сегодня у нас проходит проект «Артпень». Основная тема проекта этого года – свет как возможность для наших посетителей увидеть в привычных для нас вещах что-то новое и интересное для себя. Основной изюминкой проекта этого года является музей теней. Проект, который представляет такое направление в современном искусстве, как Shadow Art. Мы привезли разные экспонаты. Создавали мы их сами, из самых разных материалов. Это могут быть как какие-то бытовые материалы, там, зубочистки, губки для мытья посуды. Ну и в том числе такие материалы, с которыми легко работать, как пластик, металл, дерево. Если считать синие-красные очки стереоочками и смотреть то одним глазом, то другим, а потом двумя, можно поймать длину волны холодных тонов, теплых, а потом их перемешать вместе. То есть это создает некий массаж мозга.